В Кировском округе горела квартира на 11 этаже. Сигнал ОЧП поступил на пульт в 6 вечера. На место прибыли 20 спасателей на 5 машинах. В доме только один подъезд, поэтому жители спешно эвакуировали по лестничным маршам. В течение часа пожар был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры. Очаг находился на кухне. В результате ЧП повреждены вещи и внутренняя отделка стен. Закопчены стены по всей площади квартиры и на лестничной площадке.